Колпинском Ижорце открылось новое направление спорта для инвалидов-опорников. Теперь в зале оздоровительного комплекса можно заняться пауэрлифтингом. Тренировки ведет бронзовый призер Кубка России по пауэрлифтингу Александр Росляков. До этого занятия проходили в шиномонтаже, где стоят на хранении тренажеры общества инвалидов. Здесь стояла скамья, здесь тренировались, здесь готовились к своим первым соревнованиям Кубку Невского района. Здесь я готовился к Кубку России в Сочи. Хорошо подготовился на третье место. Сейчас у Александра пятеро учеников, с которыми он продолжает заниматься. Теперь в зале спортивно-оздоровительного комплекса «Ижорец». Доступность в «Ижорце» в самом очень хорошая. Да? Ну, сейчас вот решим вопрос с душевой, с директором. Да? Договорились о помощи, он нам поможет приобрести кое-какие вещи, чтобы ребята могли в душ сходить. Развитие направлений спорта для людей с той или иной инвалидностью в приоритете у руководства «Ижорца». Александр собирается пройти обучение в институте имени Герцена и изменить статус инструктора на статус тренера. Новые начальники Александра признаются, что были очень рады заполучить такого ценного сотрудника. До сегодняшнего дня у нас были мысли развития пауэрлифтинга в нашем районе. И, наконец-то, мы нашли инструктора, который сможет заняться пауэрлифтингом с нашими спортсменами. И появилась хорошая техническая база. В планах более тесное сотрудничество инструктора и администрации спортивного комплекса. Зал, хорошо оборудованный для здоровых спортсменов, нуждается в дополнительных тренажерах для людей с инвалидностью. Но уже сейчас здесь занимаются разными видами спорта более 300 человек с ограниченными возможностями здоровья.